Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики, поэтому смотреть можно в любом возрасте, главное не показывайте это родителям. Всем привет, друзья, с вами я, Женек, и не обращайте внимания на мой голос, я его либо простудил, либо сорвал. Мы сегодня с вами поиграем в мод для GTA Vice City под названием «Сделано в СССР». Я жду от этого мода атмосферы СССР, хотя о чем я говорю, я в СССР-то не жил никогда. Но! Говно! Но! Трижды говно! Будем надеяться, что здесь будет что-то интересное, и давайте начнем. И поначалу мы оказываемся с вами на острове Starfish, и у меня не работает мышь. Замечательно. Остров Starfish и не работает мышь. Ости your nosy? Это, блять, на каком? Мне, конечно, сказали не материться, но... как бы... такие моды в последнее время пошли, что... пожалуй, я все-таки продолжу. Что мы видим первым делом? Мы видим, что у нас есть замененный интерфейс. Время сверху, 23.58, значок оружия. Он не заменен, по-моему, а может и заменен, хер его знает. Значок здоровья, наверное. А, нет, здоровья, бронька внизу. А что это сверху за такие пипки, непонятно. И денежка. Ну и радарчик, соответственно. Так, есть бронежилет, есть бензопила, есть пистолет, есть... так, нет, я возьму пулемет. Почему? Нахер мне ваш огнемет говняный? Я лучше возьму настоящий, хороший миниган. И у нас есть какое-то задание. Давайте попробуем на него встать. А, это выбор автомобиля. Замечательно. Я бы хотел выбрать что-нибудь по... вот! Вот именно это. На какую кнопку мне это выбрать, еще кто-нибудь сказал бы мне? А, на табуляцию, замечательно. Вот она! Вот она, машина моей мечты. Манана. Да, действительно, Запорожец, кроме как Манана, больше и не назовешь никак. Марш славянки, что ли, или что это такое? Я не очень разбираюсь в военной музыке, примерно как... радиомаяк, да ладно. Господи, как же много связано у меня с этой музыкой. Я когда был мелким, мы постоянно ездили на дачу и вечером, ну, мне было, наверное, лет, может быть, 7-8, постоянно жарили шашлыки с родителями, с дедом в основном. Вечером сидели прямо вот в дачном домике, а он такой тесный и уютный, там еще была желтая лампочка, которая очень сильно была очень желтая и тусклая. Здесь, кстати, зачем-то заменили бег в бок на кувыркание. Вообще непонятно, что это за... блять, херов Макс Пейн вообще. Особенно вот так замечательно. Когда он не докувыркивается. Короче, мы ездили на дачу, жрали шашлыки, и вот вечером включали радио, потому что телевизора на тот момент у нас на даче не было. И все время играла вот эта мелодия. Господи, мне сейчас слеза потечет. Бля, охуительная история. Просто. У меня просто шишка так встала, что, блядь, сейчас стены ебать будут как. Чуваки. О, игрушечный вертолетик. А, тебя можно с собой взять, да? Я думал, у него есть какое-то задание. Ну ладно, мы возьмем его с собой. Ну или же нет. А, ты все-таки вышел. Ну молодец. Ну что ж, по заданиям здесь особо ничего нету. Есть денежки. Кстати, деньги в рублях, я так понимаю. Ну что ж, я предлагаю нам съездить на розовую метку. Ни карту здесь ничего, похоже, не заменяли. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет. Замечательная песня, на самом деле, она мне очень нравится. Так, поедем на розовую метку. В принципе, карту здесь особо не заменяли. Единственное, я прочитал, что здесь заменили растения на те, которые могут расти в России. Вот этого, по-моему, не было. Это что-то вроде клёна или... нет, хотя это не клён, нихуя. Это не клён, я пижу. А клён у него такие, короче, как в Канаде. Вы знаете, на флаге Канады вот этот листок, это клён. А это, скорее всего, ясень, дуб или... что-то такое, короче, неважно. Мог сказать в ответ. Вот билет на балет. На трамвай билета нет. Так, ладно, музыку мы вырубим пока что. Музыка здесь хорошая, заменена, но я боюсь ее особо всю включать, потому что на большинстве, наверное, радиостанций вроде бы, вроде рок-музыки, будет наверняка авторские права, поэтому лучше не рисковать. Менты.
На самом деле, я бы не сказал, что этот мод сделан прям замечательно, потому что, да, здесь есть замененные деревья, здесь есть замененные машины, но... А, розовая метка — это бензозаправка, окей, я договорю. Не очень мне это нравится, потому что карта абсолютно никак не заменена, то есть, ну, кроме растений, естественно. Американский город, люди говорят на английском, а почему оно не едет назад? Видимо, из-за того, что это все-таки Запорожец. Ладно, давайте попробуем заправиться. Стоп, а с какой стороны у Запорожца бензобак? Do not worry, friends. Мы его найдем. Еще бы кто знал. Так, с этой же? Или вообще спереди? Подожди. Кого мы просим о помощи, если не знаем, куда идти? Карту, правильно. Надо сказать, карта. Я, честно говоря, на Запорожцах не ездил, разве что когда был совсем маленький, потому что у моего отца сначала был Запорожец, а потом Москвич 412, поэтому я в душе не ебу, где бензобак у Запорожца. Хрен с ним, айда, заправься и так. Эй, я хочу заправиться. Да что ж ты назад-то не едешь? Да, Запорожец это очень тяжелая машина, она назад определенно ехать не хочет. Ладно, заправляйся так. Что мне надо сделать, чтобы заправить Запорожец? Может быть, как-то взаимодействовать можно? Может, тебе по ебальнику нарулить, а? Я не знаю, что сейчас произошло, но игра резко свернулась. Видимо, этот чувак решил сделать так, чтобы я не успел его добить, и свернул мне игру. Как заправить эту машину? Так, чувак, садись. А лучше вообще иди отсюда, блядь, как тебя выгнать? Что ли, идиота? Я сомневаюсь, что в Советском Союзе кто-то так разговаривал. Ну, кроме совсем их уже отбитых, блядь, алкоголиков. Ладно, эти сиамские близнецы, это уже проблема GTA Vice City, скорее всего. Как заправить... А, ну, в принципе, замечательно. Если у нас кончится бензин, мы можем ее без особых проблем дотолкать, куда нам надо. Давайте съездим в отель. В отеле же наверняка что-нибудь заменили. Ну, во всяком случае, я надеюсь на это. Блядь. Быстрее выметайся. Ну, кстати, мы с вами избавились от этого заёбы. Зачем я его вообще взял с собой, я не понимаю. Так, ну вот эту машину мы с вами возьмем на обратном пути. Если я не ошибаюсь, то это Москвич. Хотя я могу ошибаться. Но в отеле играет неплохая музыка. Синий туман. Похож на обман. Да, это замечательная музыка. На самом деле, мне очень нравится. Мне очень нравится здешний саундтрек. Добрынин все-таки он определенно рулит. Но и по факту, вот если честно, то кроме машины, кроме саундтрека местного, мне больше ничего не нравится. Давайте, кстати, у нас есть снайперская винтовка. Давайте посмотрим, москвич ли это или все-таки нет. Жигули! Жигули, блядь. Ну, в принципе, мои познания в автопроме, как я и говорил, они примерно такие же, как познания дорожного движения у гаишников. А, мужики, может быть, вам по... А, вас нет там? А где вы? Я помогу вам. Попробую, по крайней мере, перевернуть этот транспорт, чтобы он не стоял посреди дороги. Я такой, типа, добрый, помогу людям проехать. Может быть, ты на колеса-то встанешь, кусок говна. Баклажан ты ебаный. Ой! Ладно, на колеса она не встала. И даже чуть-чуть загорелась. Ох ты ж, сколько денег, нихера вы богатые. Ну да ладно. Еще одна, это Волгалище. Так, музыку мы выключаем. Да я говорю, выключаем мы музыку. Если это не Волга, то... Сука, я ее разнесу сам лично. Конечно же, это Волга, ну а кто бы сомневался, это Волгалище. Уж Волгу-то я могу отличить. У отца точно такая же была, только белая. Еще там была розочка на коробке передач. Собственно, это тюнинг всех времен и народов, абсолютно. На самом деле, мне этот мод что-то не очень нравится. Вот если честно, давайте просто подведем итоги. Вы посмотрели
Я посмотрел, и давайте подведем итоги. Особо-то ничего нету. Просто вот особо ничего. Ничего, что могло привлечь наше внимание. Нету чего-то реально советского. Город не советский, город американский, разговоры английские. Могли бы хоть, блядь, озвучку заменить. Как в GTA ментовский беспредел или что-то такое. Да, за музыку определенно респект. Хороший подбор музыки. За машины тоже респект. Хороший подбор машин. Хотя здесь, в принципе, я в них не разбираюсь нихера. Но какая-то такая... Чувство чего-то теплого есть. За музыку с радио Маяк, по-моему, вообще отдельный респект. Потому что это ностальгия та еще. Я прям вспоминаю, как мы как раз сидели на даче, и я слушал эту музыку замечательно. Там еще постоянно время 12 часов вечера. Это прям вообще замечательная тема была. Но, тем не менее, за все. За неработающую заправку. Хотя, возможно, просто я не разобрался, как ей пользоваться, но тем не менее. Короче, этот мод получает от меня где-то, наверное, 3,5 Якубовича из 10. За все хорошее. Ну что ж, с вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До скорых встреч, еще увидимся. Всем пока. I'm blue, I'm blue, I'm blue, I'm blue.